Казанский федеральный университет – один из крупнейших учебных заведений России. В нем обучаются больше 40 тысяч студентов. Ежегодно быть зачисленным в Казанский университет хотят десятки тысяч абитуриентов. Еще столько же становятся специалистами и получают диплом. И пока диплом еще не получен, но последняя сессия уже сдана, наступает время прощания с университетом. Эти 5 лет учебы, они были невероятными, я могу сказать. Еще добавляю то, что я была старостой группы, это все постоянно, всякие какие-то кипиши, всякие интересные мероприятия, учеба опять-таки, собрать всю группу, собрать, я не знаю, договориться с преподавателями. Университет для студентов – это второй дом, где одногруппники становятся тебе настоящими друзьями. И ведь не зря, вспоминая студенческие годы, говорят про лучшее время. Я желаю всем, чтобы брали от студенчества абсолютно все, прям выжимали до каждой капли. Брали все, вытаскивали оттуда вот все, что возможно. Все моменты, все эмоции, плохие, хорошие, просто все факты, которые могут быть, нужно вытаскивать оттуда. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.